блогеры везде. Блогеры везде одни. Короче, я, блин, сегодня не спал всю ночь. Не знаю. У меня такое с детства. Я сегодня вспоминал, что, блин, у меня такое с детства. Я перед экзаменами не спал, перед соревнованиями. Потом уже во взрослой жизни, перед поездками. Не помню, с какого возраста, но помню, что это у меня всю жизнь такое. Ты меня это так волнует, думаю, что это, может, что-то с нервами, с возрастом. Мы в Харьковском аэропорту, я вам скажу, на сегодняшний день не сильно, блин, тепло. Хоть я вот так вот иду сейчас, вот в таком шортиках, потому что я понимаю, что в Турции 28 градусов днем. Там ночью 20. Так, что-то тут у нас, блин, надо туда переехать. Вот, кстати, старый аэропорт. Красивый, советский. Вот новый терминал. Вот какой вам больше нравится? Я скажу честно, мне нравится, конечно же, старый. Там, кстати, вот терминал С какой-то. Это терминал А. Еще, посередине, наверное, Б. Там еще оказывается, видите, но он, видно, не работает. Это раньше, когда было много самолетов во время чемпионата Европы по футболу. Так, я говорила, в общем, едем в Турцию на неопределенный срок. Что-то неопределенное. 28 дней, 840. А я неопределенный, думаю. Заходите на мой канал, я вам расскажу, где купить такие. А я не рассказываю, я не знаю даже. Мне бабушка все платит за меня. Моя? Да. Ну, везет ей. Короче, Аня тут натянула на чемодан какую-то майку. Как купила когда-то маечку. Себе или мне, не понимаю. Так, а что, плохо? Смотри, здесь разрезала. Красиво. Ага. Здесь... Майка закрывает, замок хоть спрятан. Ну, я пометил, чтобы не перепутать. Ну, это она одела майку, чтобы не перепутать. Вдруг попадется такой же чемодан. Хотя даже и наклейки наклеил, все равно. Решили в этот раз замотать пленкой, чтобы не бился. В прошлый раз у нас, кстати, замки отлетели. Из-за того, что настолько мы едем, пришлось брать вещи. А, и у нас здесь почти хотели... 22 килограмма. Не хотели бросить вещей брать, говорили, будем ехать, вообще не будем ничего брать в Турцию. А так как мы надолго, на месяц почти. А в Харькове? Поэтому, ну, это я говорю не на определенный, потому что я говорю, а вдруг мы захотим остаться. Ну, конечно, навряд ли, потому что у нас уже будет сезон начинаться. Нам, ну, надо, конечно, тут по нашим местам проехаться. Не, а сейчас из-за такой холодины, почему мы и едем, не знаю, как там Аня говорит. Говорила, нет, я говорю, посмотрите, мы уже задолбали сидеть дома. Мы вот попробовали съездить в этот Счастливцево на Арбатку, и все, там замерзли и вернулись домой. Ну, такие дела. Так что летим в теплые края, пока у нас не потеплеет. А мы сейчас как будто с весны мы такой как будто поздний. Едем, да, как будто чуть ли не март месяц, да. Ну вот мы ехали в октябре, примерно так было. По мне стоял, замерз копти. Сейчас тоже, ну, сегодня нас показывает сколько градусов? 12? Ощущается, больше, как 9 написано. Как 9, ну вот. Поэтому кайфово. Я стою и Валерия говорю, вот, ну, снимаю свои видео и говорю, все-таки я какой-то не блогер. Вот все равно у меня присутствует вот это вот человеческое, знаете, нервозность. Что? Нервозность. Я все равно переживаю там за этот отель, какой он будет, какой будет номер. Все равно, потому что большой срок такой. И поэтому как-то хочется, конечно, чтобы все было вообще, ну, хотя бы просто скромно. Никто не говорит там никаких лакшери, херякшери. Мне вообще, знаешь, слово учил. Да, новое слово. У нас все для народа. Народный канал. Все для людей. Короче, мы сейчас не сильно веселые, потому что я сказал, я не спал, поэтому сегодня у нас не позитивный, наверное, ролик пока будет, не знаю. Может, приземлимся в Турции, тогда уже позитив у нас будет. Я вообще с 4 часов проснулась от того, что идет дождь, и я думала, господи, как перенесут наш рейс, вообще неизвестно, во сколько мы улетим, хоть бы он прекратился, а он не прекращается. Он идет 4, 5, 6 утра, 7 утра, 8 утра, дождь. Сегодня был дождь? Сегодня, все время, я хожу там... И прическу делаю одной рукой. А я не знаю, я вроде такое ощущение, вроде спал, но ну, мне кажется, я не спал. Ну как в поезде, знаете, ты едешь, вроде спишь, а блин, встал, глаза, блин, вообще такие вот. Думаю, блин, если сейчас сниму себя на видео, такое... сразу все начнут писать, как любят, хватит бухать, типа. Хватит бухать. Не хочу. Иди работать. Хочу бухать. Так, хочу показать вам аэропорт. Сколько сейчас людей в аэропорте. Вот за мной
И вот там спереди, видите, почти полный аэропорт. Сейчас летят и в Стамбул, и в Египет, и в Аланию. Несколько самолетов. Самолета 3-4 сейчас тут. Блин. А, это мы на Анталию. Вот, нам посадка объявили. Для чего мой канал? Для того, чтобы показывать Аню со стороны, как она снимает. Я так понял. Потому что все равно получается одно и то же у нас. Класс. Небо чистое, это так хорошо. А то если не думал, как мы будем лететь. Так не люблю вот это в дождь лететь. Потому что ты летишь в темноту какую-то, в туман сразу взлетаешь. А так будет видно, можно... Но мы не возле окна, блин, жалко. Что возле окна можно было показать Харьков с высоты. Ну, ладно, не будем. Сегодня не везет нам. Какой раз уже летим возле окна? Не, один раз летели уже в октябре, было... У нас вообще аварийный выход. Самые лучшие места на аварийном выходе. Ладно, погнали. И вот и наш. О, как тесновато. Это не надо? Спасибо. Короче, мы почему-то думали, что будет пустой самолет. Что-то мы так надеялись. А самолет полностью забит. Что спереди, что сзади. Идут и идут, короче. В общем, очень все приятно. Полет. Люди, короче, садятся на свои места, сумочки раскладывают. А Аня, смотрите, чем занимается. Больше... Санек, привет. Все там кто-то переживает, кто-то там присутствует. Насмотрелись на тебя, решили лететь. Аня спрашивает у меня сейчас, говорит, что боишься? Я, кстати, не знаю. Я раньше вообще даже, когда... А я боюсь, ты знаешь, я боюсь? Нет. Я вообще не боюсь. Это обалденно. Ну, не знаю, как-то мне не то, что боюсь, но как-то непонятное такое состояние. Девочки, боится, видишь, пакеты ей принесли. Да. Ладно, сейчас взлетаем. Блин, взлет это, конечно, шо. Это такие перегрузки. Сейчас прямо я себя хоть посниму во время взлета. Что-то хлопает все. Еще рано. О, честно, напрягло мне, честно скажу. Кстати, кто никогда не летал, расскажу такую штуку интересную. Это, блин, зоны турбулентности есть. Короче, это похоже, когда ты едешь на машине по плохой дороге и трясет конкретно. Вообще так, реально. Короче, идем на посадку, блин. Такие тут перегрузки, такие ямы, такие турбулентности. Если честно, за последние 6 раз, сейчас вот я прочувствовал. Да вообще просто. Такие карусели, аттракционы. Я прям вообще аж откручается мозг, блин. Просто мы входим в тучи, да, вот такие. Извините, чуть-чуть показать. Он идет как вслепую, тем более в ручном управлении. Посадка и взлет идет в ручном управлении всегда, не на автопилоте. И поэтому вот так вот. Периодически. Таких вот в таком тумане. Короче, вообще. О, класс. Скажи, класс. А это кайфу. Ой, блин, это такие горки офигенные. Класс. Просто, дороги, когда, дороги, знаете, видно, уходит, да. Как она там называется, душа в пятки. Или что-то еще куда-то к горлу подкатывается. Ну, конечно. А я пытаюсь это все снять. Хорошо, кто выпил, блин. Тем полегче. Очень полегче. Мне от этой посадки уже голова начала болеть. Тебе тоже, да? У меня тоже, говорит, голова заболела. Видно, перегрузки какие-то идут, давление. Блин. О, знакомая крыша. Все, уже хоть тучи вышли из-за тучи, уже хоть видно. Я думаю, легче будет пилоту сейчас. Короче, блин, мягкой нам посадки. Я вообще, оказывается, это так не люблю, получилось. Я узнал, блин, мне так это не нравится, дойти, подойти. Что? Просматривая ролик на своем канале, Валера сидит в кадре такой. С такими глазами? Не, просто видно момент попал, что я так... Ну, он меня как-то долбит сильно, не знаю. Что? Ничего. Ладно, короче. Боишься? Да не, почему боишься? Мне неприятно вот эти вот, ну, не знаю, не нравится. Я знаю, да. Ну, как-то... Закладывают души, надо открывать и лучше. Ты видишь, как это... Да. Ну, она просто как по волнам.
Да ну не по волнам, а как пороги. Американские горки, наверное. Все так радуются. Такая не сильно мягкая, да? А ну покажи, посмотри, покажи нам, как подкрыл, иди на открытки. Целуй для земли во благо. Эй, ребята, мы одно целое с природой. Мир засохнет без любви,